Александр Копцев создал проект разработки и продажи сельхозоборудования, а именно растворных узлов для приготовления смеси ядохимикатов. Установка позволяет автоматически дозировать и растворять в воде любые препараты и сразу заправлять раствор в опрыскиватель. Александр работает в компании, которая занимается производством оборудования для нефтегазовой, химической, машиностроительной, пищевой отраслей. Для того, чтобы научиться правильно продавать свой продукт, мужчина решил принять участие в масштабном бизнес-акселераторе. Как говорит участник, за время обучения компании удалось привлечь партнеров и дилеров, а также увеличить дополнительные продажи и выйти на руководство крупнейших агрохолдингов России. Самым интересным моментом был сам момент интенсива, да, там была такая игра, которая заставила нас понять, что мы вообще не знаем клиента, все, весь зал, и все делаем неправильно. Соответственно, на основе именно этой игры и этой мысли мы перестроили абсолютно все то, что у нас было. Продажи, маркетинг, коммерческие предложения, сайт, подход. Масштабная программа обучения для предпринимателей «Инновейт Самары» и «Школа трекеров» проходила в 63-м регионе в несколько этапов в течение 3 месяцев. Участие приняли 160 человек. За короткий срок участники акселератора применили полученную теорию на практике. На курсах они анализировали свой прошлый опыт и допущенные ошибки. В качестве экспертов обучения выступили федеральные спикеры, опытные предприниматели и бизнес-тренеры. Это очень важно для Самарской области, потому что с развитием, с ростом бизнеса создаются рабочие места, открываются новые производства. Мы сегодня увидим несколько предпринимателей, которые уже за это время акселератора открыли свои новые производства в Самарской области. Я хочу сказать, что в этом году у нас не было большого количества очных мероприятий, у нас не было выставок, у нас не было бизнес-миссий, но вместе с тем мы смогли дать возможность всем желающим искать своих партнеров, создавать сайт для взаимодействия с внешним миром, со своими новыми потенциальными заказчиками. Обучающую программу провели при поддержке Центра «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным. Организовали интенсив Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса – одна из первоочередных задач правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова. Ведь помогать это по-самарски. Сегодня в этой сфере в 63-м регионе трудится почти 500 000 человек. Мария Илчан, Григорий Плешаков. События. Я очень...